По данным синоптиков, в ночь с понедельника на вторник в Чувашии выпало 3 сантиметра снега. В столице работали 55 снегоочистительных машин. На обработку улиц они потратили 780 тонн противогололедных материалов. Тем не менее, резкая смена погодных условий не прошла без происшествий. Многие автомобилисты уже успели сменить резину на летнюю. Это привело к авариям. Так, сегодня утром ДТП произошло на улице Гагарина. Автомобиль Гранта, уходя от одного столкновения, выехал на встречку и встретилась лицом к лицу с Датсуном. В результате аварии травму получила пассажирка Гранты. Правда, зима в столицу вернулась ненадолго. В ближайшие сутки начнется потепление.